Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Артур и Артём. Привет всем. Мы продолжаем проходить Dead Space 3. Мы уже наконец-то подобрались к этому комплексу. КССК. Грёбаных этих КССК. В конце предыдущей серии наконец убили то ракообразное чудище, хотел сказать, нечто. Дерьмо. Нечто. Да, скорее нечто. Похоже было на то, что в фильме, в этом ремейке, нечто ползало такое по стенам. Кстати, ремейк хороший, мне понравился. Да, понравился. Ну, смартный оригинал, такой. Конечно, круче, но ремейк. Ну, он такой более технологичный, скажем так. Да, под конец. Я первый раз боялся твари, которая нарисована на компьютере. Это как вот это вот двух лиц, там, вверх ногами ползал. Так, между тем мы упали. Ну, как всегда. Но как не боится одна ходить вообще. Или сбрось веревку или кабель, ну. Ну, все уехало. Так, найдите вход здания. Похоже, отсюда придется идти пешком. Следовательский комплекс не может быть слишком далеко, и мне надо добраться до него до темноты. Не хочу думать о том, что тут шастает после захода солнца. Действительно. Солнце как бы уже зашло, так что. Если до захода солнца, блин. Bad news, everyone. Да-да-да. Посмотри, северное сияние. Да. Нет, тупо это... Скайрим. Нет, это умно Скайрим. Кстати говоря, у меня теперь три уже бота почему-то. Три уже? Ага. Тихо, круто. Где-то... Блин, оно вроде бы прям тут, но при этом не тут. При этом надо обойти, наверное, просто. Так, есть ощущение, что в любой момент на нас могут кинуться. Вот, пошло поехать. Окей. Че, больше ничего не шевелится? Да, вроде спокойно. Пошлем. Даже цапнули меня один раз, гады. Нормально, один раз не страшно. Не будь девчонкой, Карвер. Это просто царапина. Да, главное, весь в шрамах такой. Так, что-то я ничего не вижу. Тут так неуютно, что просто я вот такой личный, такой неприязнь испытываю к этому месту. Кушать не могу. Даже кот пошел. Подожди, я что? Ты там был. Я там был? Угу. Нам вот сюда скажите. Нет. Иду правильно. Мы просто оттуда пришли, вообще-то. Сюда мы, похоже, ходили только за этой штукой. Да, да, и все. Просто такой бонус небольшой. А, понятно. Идешь там? Так, я тут иду. А, блин. О, смотри. Прикольно. Что там увидел? Ворота. О, такие атмосферные. Научное отделение. Фабрика. Завод. Скеф. Экспедишн. Там дверь открыли явно есть. Против желания тех, кто находился внутри. Так, то вот что у нас такое? Понятно. Что там? Ничего. Не откроется. А ну-ка подойди. Бывает, что такие двери, они же открываются, как вплотную, как подходишь вдвоем. Во, нет, там вообще такое? Наглухо вроде. Сейчас попробуем. Ну ладно. Блин, я просто хочу уже внутрь зайти. Мне неспокойно тут. Смотри, блин. Распотрошенная луна. Офигенно смотрится. Ой, офигеть, это что? Я только увидел. На обелиски похожи, блин, какие эти самые. А это, по-моему, и есть обелиск, нет? Ну да. А вот там справа еще один. Как-то он так, смотри, небрежно. Ты посмотри, справа еще один. Так их и вот торчит, смотри. Да их тут офигеть сколько. Ну, родная планета обелисков, ничего удивительного. Тут просто у них месторождение какое-то, и, возможно, на нем как раз построили этот комплекс. Что-то вроде того. Хм. Блин, неожиданно. Блин, что-то меня проглючило, показалось, кто-то стоит. Ладно, бывает. Здесь приколюшку очередную ставлю.
Окей. Жуткое место такое. Тишина такая вообще. Громовая. О, сглазил. Какой-то дебил на орган упал. Так, это кто вообще такие? Это... Не знаю. Я предпочел стрелять. Это сектанты? Вопрос. Или это... Ну, это работники просто обычные, видимо. Да, они все тут сектанты. Походу. Не, работники просто 200 лет назад померли, да? Почему? Просто здесь все померли 200 лет назад. Кроме юнитологов у нас, которые прилетели сюда. Юнитологи выглядят по-другому, по-моему. Ух ты. Похоже на эту. Шепардовский. Челнок. Да. Молот. Шепард тут не помешал бы, конечно. С Гарусом. У меня больше нет зондов. Я у меня один, по-моему, в станке уже. Хорошо, карта. Так, биология. Так, стремление остановить О, господи, ксеноморфов. Некроморфов. Вот то, что придает Элли сил. Она благополучно добралась до исследовательского комплекса, опередив меня и Даника. Сигнал X ведет к лаборатории Розетты. Блин, да да, кошмар. Чё же они тут такое исследовали? Биология, палеонтология. Палеонтология — это древности. Ну, биология. Прикольно. Биолаборатория. Научные сотрудники с допуском. Ну, у меня свой допуск. Стерва. Ноуп. Ноуп. Если ты... Второй. Такие шипы на стенах. Да вообще, очень круто здесь. Так. Карвер. Иду. Туман. Так. Как... Первый. Кова. Так, пожалуй. Они там начали, надо туда ракеты. Уже жрать начали. Ой! Не надо этого делать! Спина! Спина! Офигеть! В коридор обратно, да? Логично. И в меня мясо полетело. Хорошая такая взбучка. Да, поприветствовали нас. Новый костюм. Супер. Я первый. За мной будете, такой издалека. Костюм, блин, не успел прочитать, чей костюм, но уже... Мой костюм. Этого... Кого? Я не знаю. Легионер. О, он же, по-моему, да? По-моему, так. Он. Просто не успел прочитать название, сразу же нажал выбор. Понятно. Сейчас такой тинг! You are now dead! Да он или нет, я не знаю, правда. Вроде как КССК. Да, это он, Лёя, прикольный шлемак. Вот это реально Splinter Cell. Так, сейчас я еще немножко подкачаю. До конца уже докачать. Так, я вернул себе зажигательные патроны. И, кстати, хочу вторую пушку тоже. Ок. Ок. А, блин, не хватило на две ячейки, ладно. Так-то все, кроме кинезиса, прокачал. Так, ты где? Я тут вожусь с пушками. О. На пушки поставил, на поджигатель. Мне нравится, когда они горят. Мне нравится шлем. Они не шевелятся. Я еще не видел пока. Мне уже завидно.
Splinter Cell. Ну-ка, ну-ка. Во, прикольно на самом деле. Я тоже такое хочу. Хотя мне мой нравится, можете менять. Нет, ну, чисто ради разнообразия. Костюм легионера. Костюм свидетеля, костюм кат-актера, легионера. Этот неуклюже списанный армейский костюм, который использовали солдаты в 23 веке, пользуется огромным спросом среди историков и коллекционеров. Рухлить, короче. Нормально. Ну, давай попробуем. Не, ну выглядит он круто, конечно. Ну, самое главное, считай. Давай. Прикол. Вот это прикол. Это разборка питерская. Все, отлично. Так. Ну, пока что. Броня. Броня пригодится. Все, хорошо. Ну, как-то у меня по-другому он выглядит, да? Заметил? Да. О, у тебя круче. Нет, у меня факт. Круче. Нет. Не, смотри, как у меня глаза светятся прям, как будто я бешеный. Так, отдел биологии, сюда требуется ключ. Карточка, да? У нас ее нет, естественно. Конечно. Блин. Ну, это вот чисто армейские костюмы. Это будет круто. Будет спецназ. А, чуть-чуть не хватает, ладно. Короче, я почти полностью докачал его уже. Круто. Так, мне неохота никакую пушку менять. Да и я уже привык к этим, так что ничего не буду менять. Тоже ключ нужен. И плитка такая, понял, именно на окнах. Такие блоки. Как, ну, да. Каких-то. Soviet Union. Да, да. Цехах, блин. Ага. Так, зона под наблюдением. Приедь, что-нибудь угодно. Там просто из вентиляции были неприятные звуки слышны. Да-да. Пока что очень атмосферное место. Особенно когда... Особенно когда вот так делаешь. Да, особенно когда вентиляция. Безопасно. Так, ну что? Блин, пересрал. Вот это двери. Ну да, бывает. Стандартная тема. Ну, вот как-то оно раз на раз не приходится. Вот моментами бывает, что передергивает. Вот типа вот так. Ага, неожиданно так. Я даже не ждал, что тут дверь будет. Надеюсь, не как в лаборатории первой части. Че? Элли. Вот, смотри, кровавые отпечатки. Офигеть, все стены расписаны кровью. Смотри, это дерьмо. Какие-то камни какие-то. Или расчленённые. Это не камни, это расчлененные. Это вырезка, по-моему, нет? Да. А. На части поделены. То есть это Розетта? Собрать образцы Розетты. Да, у кого некоторые образцы Розетты находятся в крыле биологических исследований. Ладно. Окей. Слушай, это когда, помнишь, из меню такие вот штуки, по-моему, да? Да, да. Чего, а я стою, думаю, что-то. Так, сюда что? Ну да. А, нет, с той стороны что-то открылось. Вон, надо туда складывать. Ага, точно. Или это лифт? Не-не-не, все нормально. Так, хорошо. Погнала. Прикольно. Вот это круто. Окей, посмотрю, если я могу это до ассамблейной станции. Во. Что там происходит?
технологии будущего. Да. Еще четыре части. Карточка нужна. Сюда ее давай! Давай. Find out what you can about how assembling Rosetta will create a codex. I'll explore the labs and recover the rest of the Rosetta slabs. То есть специальный такой передатчик для пропусков тут, чтобы пришла Элли. Ну да. Нет, чтобы выйти, просто дать в руки. Как так вообще? Никакого уважения. Так, сейчас идем обратно. Безопасности. Да, по сути, да. Пока вроде спокойно. Да, спокойно, нормально. Выпрыгнуть от... тут особо неоткуда. Так что нормально. Вам вниз? Да, вниз. Хорошо. It looks like there are three primary buildings in this facility. The one we're in now is biology. There's one for paleontology and one for geological study. Which one should I check out first? Doesn't matter. Be careful. Why? You think there's something out there that wants to eat me? That's not funny. I know. Isaac out. По порядку. Пойдем. Ну, давай. Фу, хорошо. Блин, нас, похоже, ждет серьезная работа. Потому что, что-то мне кажется, каждый комплекс не маленький. Да. Ненавижу улицу. Хотя, это все, что ли? А нет, вон дорога еще ведет. Такой мороз аж скрипит все. Или может это... кто-то скрипит. Зубами. Ну да. О, да. Пилорез опять. Так, нам назад вообще? Ну, я думаю, здесь... Не, назад-то нам типа по основному. Но я думаю, нам сюда по-любому. Спецназ. Так, я опасаюсь этих тварей сейчас. Кричащих. Курочки, что ли? Очень, да, для них характерное место. Ага. Ты накаркал? Ну, это очевидно было просто. Ракета, стерва. О, а тут взялась. Ой, меня порву сейчас. Ты посмотри, меня разорвали просто. Хорошо, ну ладно. Двое в угол зажали и все. Меня тоже порвали. Именно порвали. Надо дробовик доставать. Да. Старый дом. Не, вот сейчас бы мне мины, конечно, контактные не помешали. Ну да ладно. Короче, как начинается все, я рекомендую отступать вот сюда, вот к этому проходу. Тут их будет попроще. А, мы слишком далеко уходим. А сюда. Нет, там-то узкий мост будет, поэтому все равно можно отступить хотя бы к мосту. Во, тут можно вот сюда. Бота. Только у меня бота нет. У тебя есть бот? Есть. О! Стрелился. Тело. Ты что, где ты там ходишь? Ну я во вторую сторону пошел. А. Офигеть. Он просто вынес себе голову. Подожди, так давай. На. Разобрались. А, зачистили. Разобрали. Аптечек дают, хорошо. Оптический прицел. Хорошо. Нафиг нужен. Ну, он... Если пушку собрать, снайперскую. Чисто ты идешь вперед, как наживка. А я... Если только так. Сзади. Хорошая идея. Мне нравится. Я полон хороших идей. Так, все, возвращаемся. Ты уже идешь-то? Ты где находишься? Я тебя потерял. Я туда побежал, где нас порвали в прошлый раз.
А, понятно. Ну, место довольно-таки поганое. Выглядывает уже тварь. Ага. Кишки полетели. Все, бежим назад. А, меня уже пнули. Ну, что вы сидите там, гады? Сейчас вылезет, никуда не денется. Пойду посмотрю, как у них дела. Еще она там смотрит плотно и говорит, опа, такой, а вы что тут делаете? Ох, разорвало. Там еще один есть, двое. Примерно там же. Получите. Ну вот в этот раз все хорошо получилось. Ну, кооп. Кооп. Так, карточка. Интересно, эта карточка нам подойдет, нет? Ну почему? Потому что... Я думаю, она везде подходит. Потому что вот тут я вижу лифт. Возможно, это какая-то необязательная миссия. Или лифт необязательная. Может быть. Ну здесь вообще-то хранилище, так что, скорее всего, сюда нам по сюжету нужно. А, карточка не подходит, кстати. Надо интересно. Это место. Интересно, да. Обязательно зайти в него. Ну, дойдем. Где мы ее возьмем только? Ну, я думаю, где-нибудь найдем. Wait for me. No. No. Give me your money, you bastard. На шлемы прикольные такие. Да. У тебя похоже, знаешь, на кого? На эти Killzone на PlayStation, да, Killgaster. Нет, мне больше напоминает Splinter Cell. Ну, Splinter Cell это да, по умолчанию. Окей. Так, опять такая же зона. Готовься. Get ready. Вот и смотри, во льду. Со спины выпрыгнул. Отходи, я туда шарахну сейчас. Давай. Нет, было слишком опасно. Брось, что ли? Я не хотел задеть тебя, партнер. Давай. Давай, Вастину. Так, ой, блин, заметили. Вон кто-то идет еще. Reloading. Нравится. Скотина. Блин, у меня патронов мало. Ой. На, угощайся. У нас еще дробовик есть. Да, не после второй части, наверное. Три. Не рассчитывали на дробовик. Давай, давай. Блять, ты мать твою, ну. Япона моя сейчас. Сейчас свинтит просто нас. Да будет, глянь, сколько их сейчас. Откуда? Давай. Сюда. Нет, он не дал тебе. Ух! Давай, давай. Давай, 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 давай. Он слепой подходит. Фух. Это было напряженно. Не, ракета выруливает. Там просто их три сразу бежал. Я так испугался, стрельнул. Подумал уже, или убьют, или убью. Бум, короче, да. Да. Помогло. Ты смотри, здесь образцы во льду. Да, 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 офигеть. Причем вот это вот, насколько я вижу, это толстяк. Хотя нет. Нет. Что-то вообще непотребное. Толстяков вообще в этой серии, ну, именно в этой части мало как-то. Ну да. Там вначале мы их встречали, и все. На Гусилове. Да.
В игре очень атмосферный саундтрек. Но именно такое под влиянием чужих сильно чувствуется. И эти... Нечто. Артефакт. Читай. Сейчас. Значит, пропустил даже. Личный дневник. Доктор Алексей Обручев. О как. Извлеченный на поверхность ледяной керн представляет большой интерес. Ко всеобщему удивлению, структура льда не содержит уже ожидаемых слоев, характерных для формирования постепенных отложений за миллионы лет. Более того, она свидетельствует о единственном периоде поднятия коры планеты, за которым последовала неожиданная и стремительная смена климатических условий, то есть ледниковый период похода. Как бы дико это ни звучало, но все говорит в пользу того, что планета пережила ледниковый период за один день. Но как такое возможно? С каждым нашим новым открытием появляется лишь больше вопросов. К счастью, благодаря результатам экспериментов по отслеживанию сигналов доктора Серрана, нам удалось сформировать сектор поиска, который ведет вглубь льдов. Я уверен, что именно там, под толщей льда, нас ждут ответы на все вопросы. Во как. Интересно. Ледниковый период за один день. За один день. Нормально так. Прям как у нас. На Урале. Ну, тут почище вроде как. Everything seems to be in order. Опять этот козел. Mindlessly following the whim of an angry god. It's an easy conclusion to draw, and I don't fault you for it, but you may be surprised to know that I'm a man of science. A man of fact and reason, cause and effect. And soon, you'll understand that I'm right about everything. Конечно. Пулю тебе в лоб. Обещаю. Не пожалеешь даже. Ага. Ой, тут целый этот сам... Не музей, конечно, но... Знаешь, это... будь осторожен, мне кажется, сейчас начнут вырываться. Почему-то есть такие подозрения. Не, ну мне кажется, даже если они вырвутся, то, блин... Да вряд ли. Сколько они там пролежали? Миллионов тысяч. Ну, не знаю, может... Спят, ждут. Чернодыре, на чернодыре еще. О, я же все полупроводники потратил. Так что я не накоплю, похоже, никогда на эту штуку. Зря. Ок. Так, торсионные валы у меня один есть. Патронов накупил. Все готово. Погнали. Так, сейчас. Здесь что-то есть. Два перезарядка, один темп стрельбы. Нет. Это хороший. Это самое лучшее в игре. О, торсионный вал, ты как воду глядел. Ну да. Так. Видишь, ключ от сека от утилизации. О, это как раз к комиссии ведет. Хорошо. Сейчас, я думаю, сначала приколюк соберем. Я не думаю, что больно много. Чем дольше я нахожусь на Тау-Валонте, тем опаснее это становится. Удивительно, но... удивительно, что я вообще до сих пор жив, зажатый между фанатиками Даника и некроморфами. Уцелеть мне помогают припасы, инструменты, которые я нашел. Если отсек утилизации похож на другие строения, которые я видел, там может оказаться что-то стоящее. Надо бы проверить. Я с ним согласен. Понятно. Что такое жаркая смерть, интересно? Не знаю. Очень хорошая. Станина земного правительства. Прикольно. Гребем, гребем. Как обычно, руки там просто как вентиляторы. Ага. Так, ну все вроде? Вроде. Пойдем, пришли, вот наку. Так, мы как, сразу на основную миссию пойдем или... Ну... По второстепенной. Где тут второстепенную видел? Ну, я думаю, когда будем возвращаться, там уже
Помнишь, там, где ключ-карта требовалась? Ну, я думаю, второстепенно нужно в первую очередь выполнять. Потому что потом забудем просто. Нет, ну просто мы все равно туда вернемся, я думаю. По-любому. Поэтому не пропустим. Я тебе напомню, не забудем. Окей. Блин, почему я не могу его оторванные конечности взять? Я хочу с их помощью... Так. Тут что делать? Хочу с их помощью разрезать эти хрени. Как бы и... Вот, эта штука посередине, видишь? Ага. Вот она что. Так, ой, нет, нет, не иди. Фу! Фу, я чуть не рванул. Она так, как-то не я... очень хорошо двигается. Так, сюда нужно будет. Она там вообще, да? Может быть, ты один пойдешь? А, нет, там для твоего. Ок. Так, ты прошел. Зачем ты это сделал? Я просто нажал этот самый кинезис и все. И ты слишком близко сказать. Попой встал просто. Видимо, да, попа-то. Толстая попа-то попа. Так, ладно, сейчас по-быстрому. Повторяем действия. А тут интересно, надо брать по новой, нет? Скорее всего, да. А тут брать-то, по сути. Да. Да, все по новой. Жаркая смерть. Не интересует это название. Давай, может, один пойдет? Не знаю, как-то там вдвоем. Да все равно там включать вдвоем надо. Ну, окей. Там консоль на двоих. Стой, просто... Стой. Она еще движется. Ну, просто один перемещать будет, и все, я тогда лезть не буду. Ок. Фух, хорошо. Откуда прийти могут? Прийти могут со всех сторон. Плохо. Куда дровишки? Вот она, вторая. Так уже лезут. Откуда? Не знаю. Не видно вроде пока. Да там этот встает. Опять на голову садятся, короче. Ракета стерва. Мелочь куда-то пришла. Мертв. А тут пошел его попилило. Хорошо. Так. Я думаю, это хрупкий образец, да? Да. Там больше нет? Вроде нет. Так, вот. Да блин, ошибился. Так, готов? Готов. Хорошо. Однако. Супер. Погнала. Так, я думаю, она поехала сразу. Ну да. Нам это щит не надо. Налажная система. А то я боялся. Ну как ты это представляешь? Ну, один тащит, а другой прикрывает. Это чё вон? Хейла на Xbox, там, кооператив на четверых. И... Ой. Да, сейчас. Короче, кооператив на четверых и... Блин, ты посмотри, сколько понтов. Там пасхалка есть, череп находишь, и нужно его дотащить, у тебя руки заняты. Остальные тебя прикрывают. И бегает такая грюба. Один череп тащит, остальные вот такие. А-а-а-а-а. Справа, слева. Короче, прикольно. Может, думал, что-то типа того будет.
Не, просто тут сама игровая механика не позволила бы, наверное, этого сделать. Ну, да. Везде эти двери закрытые, которые надо то вдвоем открывать, то еще там, короче. Возможно. Так, сколько у меня аптечек теперь, это пипец. Я продавать живем не буду. Не, это что? Пригодится. Так, три оставлю. Прекрасно. Ты где? Жду. А, ты уже упорол? Во как. Фух, хорошо. Так. Карты доступа у нас так и нет, я понимаю, так, да? Почему нет? Мы же взяли. Взяли? Ну, я помнишь, что я говорил, что я напомню тебе за бонусную миссию? Как раз мы сейчас туда идем. Ага. Ну, окей. Где она у нас, я не помню. Карвер. 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 Смотри сюда, Карвер. Так, мы не туда идем. Да. Идем назад. Это по сюжету. А нам нужно... Не-не-не, подожди, нам... Сюда. А, не, подожди. Так, а что-то мы вышли. Заблудился. Нет, нам сейчас нужно пройти обратно. И ну там да. Будет, по-моему, а обратно дверь. У нас где находится? Обратно сюда. Мы разве ехали на чем-то? Да, я вспомнил, да, ехали. Может и нет. Не, по-моему, вот этот лифт, я запомнил вот эти стены. Что-то они мне приглянулись. По идее, ехали. Подлечись. Окей. А может и нет. Нет. Мы здесь... А нет, мы здесь были. Да были. Вон там карта, я вижу. Короче, ничего не помню. Вон она. Тоже какая? Шестая? Не сюда, не сюда. Назад, вон туда. Ладно, да. Ой, опять лифты. Нажмите, пожалуйста. Надеюсь, в этот раз мы не застрянем, как в прошлый. Ну да. Да было, ну его нафиг. Смотри, как женщина идет, женщина. Какая женщина. О, спасибо. Так, ну опять стандартные довольно-таки помещения. Опять это тележка, опять костюм можно переодеть, опять станок. Больше ничего тут такого. Хорошо. Поехали тогда. Посмотрим. Лифт вроде же один, да? Остальные закрыты были. Ну да. Бонус миссия. Отсек утилизации. Куда пойдем? Я даже не знаю. Что-то как-то тут темно. Нет, сюда мы пойдем. Так, ну и вообще, ну тут давай, может, уже серию как раз завершим. А, ну, в принципе, давай посмотрим эту миссию в следующий серии. Раз уже, да. Да, когда там присядем, потому что в этой серии уже начали втыкать, как наверное, зрители заметили, потому что это шестая или даже, может, седьмая серия за раз. Короче говоря, увидимся. Надеемся, вам понравилось. Пока что к игре нареканий по-прежнему нет. Я все жду, к чему можно будет придраться. Я думаю, не дождешь. Оно чем дальше, тем эпичнее становится. Не к чему. Теперь он костюмы крутые получили. Ну, и общем, сюжет, и атмосфера все держит на уровне. С да, первой по последнюю такой. Миссию. В общем, увидимся в следующих сериях. Наверное, их уже сядем записывать, когда я приеду. Я там уезжаю, как вы знаете. Да, скорее всего. Надеемся, вам понравилось. С вами был Артур и Артем. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.